Всем привет! Нас новый объект возле города Домодедово. Осень, дождь, значит, работа не стоит. Работаем. Многие, кто работают на стройке, сталкиваются с такой проблемой, значит, с поднятием груза наверх, на дом, на крышу, неважно, там блоки, древесина или еще что-нибудь. Значит, в этом видео хочу показать, как поднять груз наверх. Значит, вот это вот столько пиломатериала нам надо поднять наверх. И вот такое у нас приспособление. Значит, сделали там гуська. Сейчас подожди, не поднимай. Цепляем на уголок за глухари брус для того, чтобы узнать, куда цеплять, значит, уголок, чтобы знать примерно центр, чтобы его особо не перевешивало. Так будет легче принимать наверху. Надо положить его сразу на что-то, на центр. Ну-ка, опусти сюда. Положить на что-то высокое. Ну, вот у нас в данном случае на брус. И чтобы он, ну вот сейчас он чуть-чуть вправо перекошен, потому что он правее лежит. Вот у нас видно, что он уголок, он отметка, он чуть правее. И устройство, значит, снизу мы прикрутили два уголка, два облачка, один к одному. И сверху то же самое, там тоже два облачка. И завязывая оттуда веревку, перематывая 4 раза сверху вниз, значит, поднимать становится в 4 раза легче, но больше веревки приходится тянуть, 4 раза больше. Тем не менее, можно поднять большой груз таким способом. Ну, давай, поднимай. Вот человек без напряги, 6-метровый брус. Шестиметровый брус поднимает наверх. Это брус 100 на 150. Таким способом можно поднять брус 200 на 250. Лично я поднимал. Сейчас я подержу, он пойдет наверх. Вот он уже завернул его туда. Пойдет, примет наверху. Человек наверху. И вот так. Они туда. Так они туда уходят. Сёс? Ага. Все. Брус ушел. Сейчас пойду наверх. Вот брус наверху. И вот так вот оно все выглядит. Вот так мы крепились. Сейчас будем ложить мурлат туда. Эту раскосую поставим с обратной стороны сюда. Здесь вот эту длинную мы прикрепили к стене через шпильки. Ну и смотря на этот лес, я все-таки решился купить себе лебедку. Здесь 13 кубов где-то, 14 может. Вот еще бруски. Я все-таки решил купить такую вот лебедку. И в следующем видео расскажу о том, как мы будем поднимать лебедкой этот груз. Плюс мы еще специально там хитрое приспособление присварили для нее. Так что смотрите следующее видео. Ставьте лайки. Значит, подписывайтесь на канал. Колокольчики ставьте. До свидания, удачи!